Всем привет, ребят! Сегодня у нас очередное безумное видео, в котором мы будем жечь прям в прямом смысле этого слова. Ну а спонсор сегодняшнего видео — это интернет-магазин автозапчастей Big Boys Toys. Внимание! Снова начинается акция с золотыми картами. Напоминаю, при регистрации или заказе автозапчастей либо аксессуаров в этом магазине, если вы в описании добавите, что вы от гаража 54, вы получаете пожизненную золотую скидочную карту. В этом магазине, ребята, можете найти более 15 миллионов наименований. Там есть все, от лампочки, шины, масла, запчасти. В общем, очень много, очень большой выбор на легковые автомобили, на грузовые автомобили. И также ребята начинают заниматься с мототехникой. Так что, ребята, проходите, регистрируйте, заказывайте, ссылочка в описании. Ну а мы начинаем. И вот что получается. Для сегодняшнего эксперимента у нас есть машина, видите, да, вот такая. Но она уже, почему она? Потому что она уже месяца три, то есть ее как бы вообще нету, по идее. Так, пойдемте дальше, я вам покажу еще одну интересную вещь. Как вы можете видеть, здесь у нас находится 2000 петард. Они такие, бахают громко, короче. Также у нас, ребята, тут, ну, для подстраховки расчет огнеборцев на всякий случай, потому что мало ли что произойдет, мы еще сами не знаем. И вот что, ребят, мы еще поставили. Здесь вот такой вот стоит у нас датчик температуры. Ну, сам датчик, соответственно, находится в салоне. Ну, а его показания мы можем видеть здесь. Ну, и камера стоит у нас для того, чтобы, ну, она будет показывать все, что происходит в салоне. Ну, и заодно показывать температуру, которая в данный момент будет там присутствовать, так скажем. Поехали. Ну и для того, чтобы нам осуществить наш план по взрыву автомобиля, отправились по городу и добрались до ближайшего магазина фейерверков. Оказавшись в магазине, немного обалдел от выбора, но все равно выбор пал на петарды Корсар. При покупке такого количества петард вышел администратор магазина, очень удивился, зачем вам так много. И после того, как он узнал, для чего мы их приобретаем, сделал нам очень большую скидку. И помимо этого, он предложил всем нашим подписчикам скидку по промокоду «Гараж54». Магазин фейерверков — большой праздник. Ссылка в описании, проходите, смотрите. Ну а мы отправляемся в гараж. Добравшись до гаража, мы приступили к распаковке петард. Изначально мы распаковывали большие пачки, в больших пачках были маленькие, и уже в самых маленьких пачках были петарды. На распаковку всех петард у нас ушло около часа. И вот в результате получилась вот такая большая куча. И вот теперь эту кучу петард нужно было поставить вертикально и собрать их как-то все вместе. Делая небольшие пучки, мы связывали их изолентой и после этого уже выкладывали спокойно на стол. И таких пучков у нас получилось достаточно много. На изготовление этих пучков у нас ушло еще около часа. И очень бы хотелось поблагодарить ребят, которые нам помогали в этом нелегком деле. Вот теперь все петарды собраны, стоят вертикально, и осталось смотать их просто скотчем. Итак, значит, к этапу поджига будем подходить как? Вот здесь вот у меня бензин, потому что сами видели, да, петарды, они без фитильков, а вот эти, которые надо чиркать. Как поджечь их все одновременно, ну, не придумали, вот честно. Поэтому я сейчас бензином их маленько попшикаю, чтобы как бы они воспламенились все одновременно, верхушки хотя бы. А между сидушками я поставил, покажи, Саня, тоже вот такая вещь, которая называется дождь, фонтан, там по-всякому их называют. Вот такая вот интересная штучка. Будем надеяться, что от нее все загорится. Ну что, начинаем? Ну ничего, вот сейчас напшикаю аккуратненьким тоненьким слоем все это дело, чтобы их не размочить, но чтобы они загорелись. Так. Так. Все. Вроде бы все. Надо начинать уже, все. Хорош пшикать. Так, сейчас я там еще полью. Thank you.
Камера, блин. Значит, после того, как у нас все петарды, взорвались, видим только дым, пожара никакого нету. Судя по всему, там, наверное, не хватает кислорода. Попробуем сейчас стеклышко расколотить, может, тогда загорится. Итак, давайте поглядим, что там у нас получилось. Так, а получилось у нас вот что. Ой-ой-ой, целая куча петард, море стекла. Едкий дым от сидушек, похоже. Все, конечно, закоптилось. Очень закоптилось. Фу, потолок сгорел. Ну что? Я думаю, на этом мы не остановимся. Мы, наверное, сейчас продолжим дальше. Раз уж у нас так с первого раза не получилось, и сейчас что, там в багажнике много мусора, упаковок от этих, от петард, сейчас я их закину в салон и прям там подожгу. Полиэтилен лучше горит, чем бумага. Обалдеть можно. Да. Еще пакет. Да нафига вперед?
Ну вот, ребят, все-таки нам это удалось. Наконец-то мы этот автомобиль определили по егошнему месту назначению. Ну, заодно показали кое-что вам. От петард видели, да? Ну, не загорается, потому что там воздуха не хватает. Пока вот стекла не разбили, то есть ничего толком не взялось. Ну, на этом, пожалуй, все. Так что, если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, что-нибудь предлагайте. Ну все, пока!